Мы с моим другом папой и дочкой пришли в парк аттракционов повеселиться. Но что-то пошло не так, и на нас напал сумасшедший клоун, который хотел пустить нас на шаурму. А если вы поставите лайк и подпишетесь на канал, то мы точно сможем убежать из этого странного места. Что, поехали? Садиться надо, что ли? Не, не работает. Вообще? Я же говорю, это какой-то китайский парк аттракционов. Пойдем, мне говорили, что здесь бродит страшный клоун. Ты как относишься к страшным клоунам? Я их очень боюсь, потому что в детстве смотрел страшные фильмы с ними. А, я не смотрел, но я теперь тоже боюсь. Смотри, здесь шарик. Хватай его, хватай! Ой, мамочка, не хватай! Вау! Что-то случилось с девочкой. Ой, тут страшно, я за тобой. Нет, я мимо тебя! До свидания, друг! Я сейчас вернусь. Ты что, волшебник? Да, это же Роблокс. А, точно! А я думаю, что здесь все какое-то квадратно-круглое. Опа! Все, живы. Опа! Я боюсь высоты! Отличненько. А что это за челюсть такая? Не знаю, я туда прыгнул, и она меня съела, поэтому я не рекомендую прыгать в эту штуковину. Какой-то страшный сон дантиста, по-моему. В горле зубы выросли когда, что ли? Да, и что-то вон там зеленое льется. Быстро сюда, в котельную. Вау! Вон, девочка попкорн стала. Ты пробовал когда-нибудь наггетсы из котов? Давай, ты предлагаешь такое блюдо? Видимо, сейчас и попробуешь. Так, смотрим, ребят, вот котенок Лайк идет, еще жив-здоров. И... А, так я остался жив-здоров, все отлично. Так, прыжочек. Неплохо, какие-то трубы. Ё-моё. А ты попробуй тебя рука поймает, что будет, давай посмотрим. Я думаю, не будет ничего хорошего. Так что давай только после тебя. Тебе уже терять нечего. Ты один раз рухнул. Я был на миллиметре, только что перед моим носом эта штука была. Она в тебя схватила и оттянула нос, как у Буратино. Я подскользнулся. Да что ж происходит-то, дружище? Не, слушай, это эпический фейл. Башню ада мне точно не пройти. Я не могу просто прямо идти. Ты где? Я уже наверху. Давай догоняй. Тут высота просто огромная. Я, кстати, очень сильно боюсь высоты. Ты боишься, кот? Конечно, боюсь. Коты вроде не боятся высоты. Ну, это смотря какие коты. Я видел, как с пятого этажа прыгают коты. Ну, это коты-экстремалы. Так, ну ладно, давай дойдем, выживем. Клоуна, кстати, мы до сих пор не встретили. И это очень здорово. Безопасные бензопилы. Можно просто их вот так вот перепрыгивать и все. Что за... Экстримчик такой. Я вот так и знал. Поспешишь, народ насмешишь. Ты думаешь, кому-то было смешно, всем жалко меня. О, ты нашел какую-то трубу. Но это вообще лестница. Так. О, карнавал. Отлично. Ну все, наконец-то. Ой, Лайк, ему очень страшно, да. Он говорит, какой-то клоун здесь. Да, где, ты видишь? Пока нет, но он что-то сказал про него. Оу! О! Я вижу! Нет, мама! Быстрее! Сделай из него шаурму, пожалуйста! Какую шаурму? Он сейчас нас сам пустит туда! Ё-моё! Я ползу! Я спасся! Точнее, кружусь к вам! Ребята, ждем Лайком на огромной высоте! Здорово, корова! Опа! Привет, котяра! Что это за мост такой? Кто его строил? О, там американские горки будут сейчас, смотри, ты видал? Блин, это больше похоже на русские горки. Мне, знаешь, что интересно, как эти досточки здесь в воздухе держатся? Ну, наверное, на соплях, как обычно. Да, и шарики в небе подвешены, мамочка. И они как-то прогибаются. И вообще, почему все на такой громадной высоте происходит? Этот чувак, у него опять проблемы какие-то. Тут, походу, у всех какие-то проблемы. Так, и что, нам на эту штуковину запрыгивать? О! О! Я запрыгнул. У-а-а!
Ой! Ой-ой-ой! Что происходит? Мы пол пробили! Нет! Ё-моё, мы пробили дно! Выпустите меня, пожалуйста! Всё! Да, это что-то криповое! Смотри, тут какие-то заточенные штуки дёргаются. Это прививка от коронавируса здесь делается. Тройная, сразу три дозы одновременно. Чтоб наверняка. Я успел! Это опасно. Так, она прошла, и уходим, уходим! Есть, надо же, я первый раз не развалился сразу. Дару, парень! Так, нас теперь ждет один способ узнать, что в этом портале. Я думаю, нам надо в него зайти, да? Да, давай, заходи. Девочка, зайди внутрь, нам страшно с котом. Зайди первая, мы посмотрим, что с тобой будет. Пожалуйста, давай, иди. О, все, пропало. Да, все нормально, она просто исчезла. Да? А вот она жива-здорова, отлично. Воу, что это? Костяной мост, офигеть. До свидания. Написано, удачи в следующий раз, спасибо. Опаньки, фу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Я посчитал, здесь 10 ступенек. Молодец, садись, 5. Ура! Воу! Что-то огненное. Воу-воу-воу-воу-воу! Тут надо вот так быстро-быстро-быстро-быстро-быстро бежать. Все, Габелла. Да, надо было подождать. Ты поджарился? Ребятки, там жареный кот. Кот-котлета. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Бежим! Мне кажется, ты прям в огне бежал. Я застрял! Давай-давай-давай-давай! Help me! Ладно, толкну тебя обратно. Чё-то вы зря туда прыгнули, по-моему. Да не, я в чекпоинте, нормально. Запрыгивай, есть. Блин, тут еще сложнее. Тут какая-то тонкая труба. Я упал. Нормальненько я долетел. У-ху. Воу. Вау, нифин ты себе. Ё-моё, вот это да, вот это скорость. И я промазал. Супер турбо ускорение. У-ху. Все, я подготавливаюсь. Разгончу. Разгончу. Как у тебя дела? Отлично, я около замка. Привет! Фух, отбегались. Теперь смотри, синий страшный портал. Хотя нет, он под цвет тебя. Точно. Это не выход, это паркур дикий. Естественно. Я опять грохнулся. Ты там где? Я на самом верху. Я король мира. Точно? Точнее некуда. Ты знаешь, мне очень страшно. Ну ты же не забыл одеть памперсы? Спасибо, что дождался, не бросил меня одного здесь, в этом страшном месте. Ну что, ты готов? Да. У-ху! Погоня за котом и... Куда это мы прыгнули? Ой, мамочка! Ёшкин матрёшкин! Ничего себе! Парень в шоке. Ну что, пойдем в очень страшное место, котенок Лайк. Ну, естественно, у нас нет выхода. Почему выход есть всегда? Оу. Это дом ужасов. Оу. Это что такое беленькое? Ой, не трогай. А я и не трогаю. А я дотронулся. Какая странная комната. Хеллоу. Привет. Капканы. Ты главное не дотрагивайся до вот этих непонятных круглых штук с острыми зубьями. Да, а то могут... Расколоть твой пукан. Будем заходить в эту дверь под знаком вопрос. Без вариантов нас затащило. Воу! Ух ты, какие-то иллюзии. А, они падают. Ой. 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 Я понял, как это работает. Понял, да? Да. И лучше бы я этого не знал. Так, 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 так. О, я уже в дверь залетел. Ну что, погнали дальше. И что здесь такое у нас? У-ху, надо прыгать, тогда все получится.
Сейчас. Есть, я одну прошел. Да что ж такое? Я реально прошел. Это было нечестно с их стороны. Я на финише, уху! Есть, о, у тебя что, танцы есть? Нифига себе, танец обезьянки ты делал. Нет, это танец кота. Какой обезьянки? Опа, я куда-то сел. Я тоже сел. Я куда-то лечу. Это как раз те русские горки, про которые ты говорил. Да, они также скрипят и трясутся. Мамочка. Ой, ой, ой. Нет, 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 нет. Там, кстати, бешеный клоун до сих пор бегает. Да ты чё, ищет тебя, ищет? Всех ищет. Ё-моё. Вот мы наконец и выбрались. Ну что ж, коты, я надеюсь, вам понравился видосик. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Всем до скорых встреч!